Доброе утро, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Наш отряд юных инспекторов движения проведет для вас сегодня видеоурок «Дорожные ловушки». Итак, правило номер один. Чтобы перейти через дорогу, нужно дождаться зеленого сигнала светофора. Если светофор отсутствует, можно найти знак «Пешеходный переход». Переходя по зебре, необходимо посмотреть сначала налево, убедиться, что машины остановились, затем направо и еще раз налево. При переходе нужно держаться правой стороны. В непогоду нужно быть особенно внимательным на дорогах. При переходе нужно снять капюшон, наушники. Если в руках зонт, то он не должен загораживать обзор дороги. Для перехода улиц существуют подземные переходы. И наземные, с соответствующими знаками. Здесь можно проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. А что опаснее, автомобиль, который движется или стоит? Многие считают, что самое опасное – это автомобиль, особенно когда он быстро движется. Но еще опаснее – стоящий автомобиль, автобус или грузовик. Почему? Потому что автомобиль, который стоит, закрывает собой другую машину. Пешеход в этом случае может не заметить машину, которая движется позади стоящего автомобиля. Когда автомобиль стоит, он закрывает обзор дороги. Особенно опасные закрывают обзор улицы автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили. Но и легковые автомобили тоже могут помешать видеть опасность. Надо помнить, если на дороге стоит автомобиль, за ним может быть скрыта опасность. Что нужно делать, если машина загораживает обзор? Приостановиться, выглянуть из-за предмета, посмотреть направо и налево, убедившись, что машин нет, можно идти дальше. Обзору могут мешать кусты и деревья. Опасность кустов и деревьев в том, что они тоже могут мешать осмотреть улицу. Из-за них не видно машин, которые двигаются по дороге. Нужно быть осторожным и на поворотах. Из-за них тоже может неожиданно выехать автомобиль. Мешает ли увидеть опасность автомобиль, который движется с большой скоростью? Мешает. Часто по улице движутся рядом несколько автомобилей. При этом один закрывает другой. Пешеход может не заметить автомобиль, который сзади. Особенно опасно, если один автомобиль обгоняет другой. В зависимости от скорости во время движения автомобиль может двигаться 30-40 метров. Гололед намного больше. Кроме того, пока машина проедет несколько метров без торможения. Итак, пешеходам запрещено выходить или выбегать на дорогу, или пешеходный переход внизу. Машина может не успеть затормозить. Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не убедившись, что опасность отсутствует. Убрать предметы, которые мешают обзору дороги. Спасибо вам дороги! Счастливого пути!